мы начали на практике исправление душ. И все времена до сих пор это было как подготовка. Как подготовка. Разбиение Адама Ришона, и Вавилон, и египетское изгнание, и эти храмы, которые потом были разрушены. И вот это изгнание, все это для того, чтобы подготовить келим к исправлению. Мы сейчас начинаем исправление. То, что мы сделали до сих пор, и пришли к такому объединению между нами, это как раз первый уровень исправления. Она пока еще не прояснена, но мы уже находимся на ней. Это как ребенок родился. Он что, знает, что он родился? Не знает. Но он уже находится в этом мире. И я говорю вам, вы уже находитесь. Только необходимо раскрыть это на практике, предметно, ясно. Поэтому надо развивать ощущения. Когда он родился, он не видит, не слышит. Не видит. То есть нет у него еще пока ощущений. Но через какое-то время ты так его там хлопнул, он уже реагирует. Ты в глазки ему посветил чем-то, он уже открывает, закрывает, уже двигается, реагирует. Мы еще не реагируем, но мы уже находимся. И уже все зависит от... От того, насколько мы захотим расти. У маленького ребенка есть естественная тяга, а у нас нет. Мы сами по себе природа. Мы сами строим Творца, создаем и свою природу. И только за счет объединения между нами строим вот это тело, которое будет только все больше и больше соединяться.